В Бавлах прошел образовательный семинар для предпринимателей «Бизнес-десант» и обучающий тренинг для молодежи «Ты предприниматель», организованный Министерством экономики Татарстана. «Бизнес-десант» высадился в Бавлах уже второй раз. В прошлом году команда профессиональных бизнес-тренеров дала участникам семинара не только много полезной информации, но и инструменты для успешного начала или развития бизнеса. И в этот раз у участников семинара была возможность получить консультацию по интересующим вопросам по ведению бизнеса и исчерпывающую информацию о реализуемых мерах государственной поддержки в республике. Более оживленной частью мероприятия стал обучающий тренинг «Ты предприниматель». К моменту его начала актовый зал детской школы искусств заполнился потенциальными предпринимателями из числа школьников. Кстати, среди них оказались и те, кто участвовал в таком мероприятии и в прошлом году. Например, прошлогодний семинар стал толчком для организации своего небольшого дела для ученика 5-й школы Айдара Хабипова. Людей больше узнают о том, как делать бизнес. Ну, узнают, может быть, идеи кто-нибудь подкинет. Ну, вот что-то в этом роде. Ну и мне самому помогает, я вот тоже, ну, у меня, можно сказать, есть малый бизнес, то, что я перепродаю вещи из Китая. На тренинге бизнес-тренер Ирина Сергина смогла завоевать внимание всей аудитории, разделить участников на команды и объединить их идеи создания собственного бизнеса. Из 240 человек, которые пошли на фабрику, осталось порядка где-то 18-20 человек. В том числе пятеро наших ребят, это две команды, команда «Семейный бизнес» и «Калибри» на фабрике предпринимательства. И исходя вот из всего этого, насколько это все интересно ребятам, начинать свое предпринимательское дело, вот мы пригласили сюда на фабрику руководителей фабрики предпринимательства Закамской зоны, сюда. Ученик школы номер 4 Нургали Нургалиев пришел на семинар с папой. В ходе тренинга он стал самым активным его участником. Даже успел получить небольшой стартовый капитал. На самом деле очень интересно. Ведь, ну, это как минимум твое развитие там. Узнаешь, что да как. Например, там говорили о том, ну, о финансировании в основном. Кстати, как мини-реклама. А также, ну, что, какими навыками надо владеть, говорили. Очень интересные вещи. Ну, почему я пришел? Для меня это очень интересно. Хочу в будущем стать предпринимателем. Ну, кстати, надо развиваться, надо куда-то стремиться. А им такие мероприятия, они позволяют становиться лучше и лучше. Любой из участников семинара имел возможность получить бесплатные и готовые бизнес-идеи, с помощью которых можно в короткий срок запустить новое направление бизнеса.